Голосовать будете? Нет. Почему? Не хочу. Голосовать не пойдете, вон там стоит? Нет, я на работу. А вообще знаете, что сегодня выборы? Нет. Скажите, голосовали? Нет, не голосовала. А вообще знаете, и что... Я знаю, и голосовать не собираюсь. Почему? Потому что не хочу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы голосовать идете вообще? Не могу сказать, не могу. Это не выборы, это не голосование. Какой-то колхоз. Будете здесь голосовать? Нет, конечно. Нет. Себя не уважать. Здесь вот, да? Конечно. Ну что это? Ну что это такое? Не знаем, наблюдатели есть ли. Как закрыт этот ящик? Ну, столько... нарушений просто наших прав. Мы вот только что вернулись с придомовой территории, потому что по графику мы в первой половине дня сегодня работаем на придомовой. И вот пришли, только что разложились и уже готовы принимать следующих избирателей, которые придут к нам на участок. Ну вот мы с 8 до без 15:09 были открыты для здесь на участке, но никто пока с утра не пришел. Честно, наверное, скорее всего, народу не до выборов. Какие-то другие проблемы, да, сейчас? Вот работа, наверное. Вот, дети. Вот. Лично я не хочу голосовать. А что за нас, наверное, уже все проголосовали. Поэтому голосовать без труда.